Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Друзья, сразу скажу, что никого не собираюсь ни за что агитировать. Переезжать на евросервер или нет – личное дело каждого. Это все просто игра. Но поскольку пока мы словно ежики в тумане блуждаем без конкретной информации, а наши многие вопросы остаются пока еще без ответов, а у меня вроде как новостной канал, то я считаю своим долгом вам предоставить информацию для размышления, которую узнал буквально только что. Итак, нам анонсировали замечательные конкурсы и призы в честь 7-летия замечательной игры. Но речь о том, что будет еще конкурс с особо ценными специальными призами. На нашем сервере это 3 уникальных компьютера в стилистике игры. А на остальных 3 серверах, в том числе и Евро, круиз на 7 дней по системе «Все включено» для двоих. Вот я перешел по ссылке и при помощи переводчика выяснил, что стоимость тура не выше $5000, то есть потолок цен достаточно неплохой. Маршрут составляется с учетом пожеланий выигравшего, но окончательное решение принимает организатор конкурса. И все это, конечно же, здорово и замечательно. Но, когда читаешь список стран, игроки из которых имеют право получить приз, то я там не нашел Россию и Беларусь. Может быть, плохо смотрел. Если вы нашли, пишите. То есть получается, что игроков из России и Беларуси на евросервере вроде как принимают. То есть туда можно будет перейти. А вот получить приз не получится. Пока только в этом конкурсе. Но кто знает, что будет в других будущих. Переходить куда-то, где у тебя нет даже права на получение ценного приза, ну такое себе, как по мне. И фиг с ним с призом, все равно шансы мизерные на него. Но сам факт, согласитесь, неприятный. Выводы делайте сами. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.